Всем привет! Наконец-то я зашел на вторую каденцию и дошел до своей машины, потому что мы в Ельмане это очень долго может длиться. Между, скажем, заездом в Познань, потом Мальш, потом здесь ждешь машину. Ну вот мы приехали, получается, в среду утром. Сегодня пятница, да? Сегодня пятница, вечер. Вот я машину как раз получил, свою машину. DAF 2021 года. Вот я показываю. Выпуска. 27688 у него там пробег на панели. Немножко чуть-чуть по-другому, конечно, выглядит. Здесь вот у него, у меня вот такой не было зарядки. Вот такая вот зарядочка здесь у него стоит. Вот такого бокса. Датчики вот эти два, теперь сдвоенные. Там полосы контроль. Вот. Ой, отсюда у меня сейчас нет этого, нету Mytec Z для Чехии. Нет, кстати, Toll Collect. Вот пустое место, Toll Collect. По Германии ездить. Он уже зашит, я так понял, в ДКВ бокс. Ну, такой планшетик Lenovo, чуть-чуть другой, чем раньше было, поновее немножко. Этот мой Samsung, там у меня Aygo будет стоять, ну стоит уже. Вот, в принципе, машина нормально выглядит, такая свеженькая, конечно. У меня был потолок весь такой в потеках. У того DAF, у старенького, который 400 тысяч пробег. А этот сразу видно, что новенький практически. Хорошая машина. Будем ездить. Будем ездить. Сейчас жду. У меня он тарахтит сзади реф. Мне уже как бы я получил его с рефом. Под температурой. Вот. Завтра будет перецеп, скорее всего. Уже первый перецеп. Только машину получил, уже перецеп. Вот. Но это Хигельман. Есть. Все такое, это обыденное явление. И куда-то я поеду с фруктами, опять же. Ай. Опять реф, хотя у меня вроде как Хигельман должен быть тент, а у меня реф начинаются, как и в прошлой каденции, были одни рефы практически. Так, ну в общем, пока у меня все новости. До свидания.